Остановки в поселке Северная Нива все-таки будут. Напомню, он разделен на два небольших жилых района. Один – это две капитальные двухэтажки и деревянное одноэтажное общежитие. Он находится непосредственно перед въездом на территорию сельхозкомплекса. Там и останавливается единственный курсирующий в поселок автобус. Второй район – совсем в противоположной стороне. Там люди живут в бывшем административно-бытовом комплексе. Им до своих квартир пешком с авоськами, из города люди возят продукты и прочие необходимые вещи, приходится идти еще полкилометра. Но скоро эти неудобства останутся в прошлом. В сентябре пообещали в администрации, в Северной Ниве установят еще два остановочных комплекса. Итого в поселке их будет три. В этом году мы запланировали, включили в перечень основных мероприятий обустройство двух автобусных остановок на Северной Ниве. Это в районе КПП и в районе разворотной площадки. В настоящий момент размещен муниципальный заказ. На сайте администрации на выбор подрядчика 12 числа состоится конкурс, после чего подрядчики приступят к выполнению данных работ. Думаю, в сентябре уже остановки будут стоять, обустроенные заездными карманами с посадочными площадками, с подходными тротуарами.